А ученики 108-й Челябинской школы отметили День знаний на футбольном поле. Местная команда победила в турнире Кубок Новатэк. Шаг к большому футболу. И в подарок получила новый стадион. Сегодня на площадке стартует 4-й по счету сезон по мини-футболу среди школьных команд. Открытие стадиона совместили с Днем знаний и устроили настоящее спортивное шоу с фейерверками, воздушными шарами и ростовыми куклами. Куклы спускались на землю с высоты подъемного крана. Очень хороший спортивный объект. Вот это футбольное поле. Причем это уже традиция в нашей области. Благодаря компании «Новатэк». Вы делаете очень большое дело. И кроме знаний, ребята будут иметь возможность быть здоровыми духом и крепкие тела. А это немаловажно. Компания «Новатэк» проводит турнир «Шаг к большому футболу» в 4-й раз. Победители определяют среди мальчиков и девочек в 4 возрастных группах. За 3 года для юных футболистов построили уже 15 футбольных полей с искусственным покрытием. На них можно играть в любую погоду. А те, кто побеждал в Кубке «Новатэка», дважды ездили на чемпионаты мира среди школьников в Италию и Швецию. Сегодня мы открываем эту площадку, кстати, за 3 года. Это первая площадка в городе Челябинске. Все остальные площадки были построены и в городах, и в селах, и в поселках. Мы эту программу будем с удовольствием продолжать. Сегодня старт нового турнира, новых соревнований по мини-футболу на Кубок «Новатэк».